24 марта состоялся телемост с основателем фонда содействия инновациям, ныне советником генерального директора фонда Иваном Бортником. На встрече присутствовали около 20 ребят, победителей Всероссийской олимпиады школьников по различным направлениям. С их плечами уже есть опыт общения с наукой, и теперь есть возможность построить свой бизнес научной составляющей. С чего начать и на что обратить внимание? Фонд содействия инновациям является первой отправной точкой лифта. Он выполняет посевную функцию, чтобы взращивать молодых талантливых ребят, носителей новых знаний, нацеленных на создание нового продукта. Иван Бортник подробно объяснил ребятам условия участия в программе «Умник». Это возможность получить грант 500 тысяч рублей для молодых инноваторов от 18 до 30 лет. Подать заявку на участие вы можете на сайте Фонда содействия инновациям. Широта направлений инновационных проектов охватывает IT, медицину будущего, материалы, приборы и био. Встречу продолжил генеральный директор технопарка «Идея» Сергей Юшко. Он рассказал о возможных вариантах реализации бизнес-идей студентов на территории технопарка, а также детально разъяснил каждый этап подготовки и участия в программах фонда содействия. Кроме того, на базе КФУ была создана межвузовская школа инновационного стартап с целью максимально эффективной подготовки ребят к участию в программах фонда. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.